Это агрессивная среда для человека. Надо правильно вылезти быстро, надо отжать воду, надо бежать. Элементы эти отрабатываю. То есть это всероссийский комплексный семинар по безопасности туризма. Если у вас порвало палатку, как правильно вырыть пещеру, как в ней переночевать, потому что, чтобы люди поняли, что температура под снегом теплее, чем наверху, потому что очень люди просто останавливаются и замерзают. Место, где мы будем жить, ночевать. Развели костер, проводили спасательные работы в экстремальных ситуациях, вязали жесткие носилки, затаскивали человека на возвышенность. Я лично оделся совсем не по погоде. Вот. Немножко подзамерзли ноги, но так все понравилось, все очень хорошо. Человек может выжить лесу зимой, только должны быть какие-то умения. То есть нужно уметь что-то делать в экстремальных ситуациях. Мастер-класс по теме раны и кровотечения для будущих МЧСников России и для заслуженных туристов.